Российский Кавказ в областном музее краеведения. В учреждении культуры открылась выставка, приуроченная к 20-летию со дня начала контртеррористической операции на Северном Кавказе. Это совместный проект музея и Саратовского областного отделения организации «Боевое братство». На выставке представили фотографии, награды и предметы экипировки, которыми поделились участники боевых действий. Некоторые люди у нас скромничают, потому что не то чтобы они не хотят расстаться какими-то вещами и так далее, все равно вернем, но мы идем к ним, заинтересовываем их в том, чтобы они показывали людей, чтобы люди видели. Ну, где-то вот пульт там зайдет, где-то осколки.